умерла актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева. В ночь на 21 февраля актрисы, известной по роли сериала «Глухарь», не стало. О смерти Дарьи Егорычевой сообщили близкие артистки. Несколько лет Дарья боролась с тяжелым заболеванием. Дарья Егорычева, известная по ролям сериала «Глухарь», «Одна любовь души моей», 2012 года боролась с тяжелой болезнью. У нее диагностировали рак легких. Егорычева стойко перенесла несколько операций и курсов химиотерапии. Однако лечение не дало должного результата. Сегодня близкие 37-летние артистки сообщили, что ее не стало. Дарья скончалась в 4:15 утра, гласило сообщение. К слову, актриса не часто снималась в кино. У нее в приоритете была работа в театре. В юности будущая актриса окончила ГИТИС. Дарья сотрудничала с театром Маяковского и театром у Никитских ворот. Помимо этого, она приняла участие в проектах «Темная ночь» и «Тайна Института благородных девиц». Несмотря на серьезную болезнь, Дарья старалась сохранять оптимизм. Еще пару месяцев назад она активно вела личный блог в Инстаграме, где порой делилась самым сокровенным. «Дорогие, всех поздравляю с Рождеством Христовым», – писала актриса 7 января. «Наконец-то я дождалась этого светлого праздника. Год был тяжелый у меня. Спасибо всем за помощь и поддержку. Люблю вас и слава Богу за все». Егорычеву поддерживали родные, друзья, неравнодушные люди, которые помогали собрать ей средства на лечение, вселяли надежду на скорое исцеление и были рядом в трудные моменты. «Спасибо Оленьке за то, что исполнила мою маленькую мечту и отвезла меня на святой источник, Гремячий ключ», – делилась Дарья. «Это волшебное место под Сергиевым посадом, там волшебная вода». Несколько часов назад та самая Олька публично выразила слова соболезнования близким Егорычевой и не ждала и не хотела верить, но это произошло. «Сегодня не стало с нами замечательного человека, актрисы, такого мужественного бойца. Ты так рвалась ко мне, а я дура, все со своими заботами и переживаниями. Прости меня».